Здравствуйте, меня зовут Суслик. Сегодня мы будем играть Project Zomboid. К сожалению, мы не будем играть на прошлом сейве, так как вышла новая версия, которая уже официально доступна в DSURE, то есть, значит, довольно-таки стабильный билд 0.2.0.RC2.9, билд 0.0.0.8. Вот, к сожалению, не знаю, почему у меня не работает сейв, ну, просто игра зависает, когда я пытаюсь его запустить, я уже пробовал. Главные особенности новая этого билда. Первое — это локальный мультиплеер, то есть вы можете играть с другом, например, вместе, сидя в одной комнате с геймпадами, то есть тупо идет разделение экрана. А также, собственно, поддержка геймпада, что и позволяет играть на одном компьютере. Вот. Я ни с кем сейчас, конечно, играть не буду. Когда добавят онлайн, я не знаю, но вот это уже, это точно первый шаг к онлайн игре. Вот. После выхода этой обновы рейтинг Project Zomboid в DSURE повысился с 9 пунктов до 9,5, если кому интересно. Это довольно-таки большой рост. Половина пункта — это реально много. И, как можно догадаться, максимальный пункт 10. То есть игра почти на пике просто, в топах DSURE. И я согласен, отличная игра. Вот, я буду играть с геймпада, я уже немножечко поиграл. Вот. И я умер через 5 минут. Ну, была ситуация просто. Я открываю дверь, там два зомбака, и они меня блочат. Чтобы активировать режим геймпада, нужно нажать на А. Вот будет Takeover Player 1. Если нажать Add New Player, логично, что произойдет. И вот, все, у меня геймпад поставлен. Сразу берем бейсбольную биту. Не знаю, почему сначала доступна бейсбольная бита. Видимо, они решили, что так будет круче. О, отлично. У нас сразу есть рюкзак. Rip bandages. Только не свои штаны, ради бога. Идиот. Вот идиот. Отлично, у меня теперь нету, короче, верхней одежды. Окей. Так, лут. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Чипсы без... Чипсы без текстуры. Бестекстурные чипсы. Открывашка. Я хочу текстурные чипсы, я не хочу бестекстурные. Вдруг у меня игра вылетит, куда я их съем. Ладно, посмотрим. Надеюсь, что все будет в порядке, иначе вообще... Peanut butter. Да, что такое? Так. Хлопья. Еще чипсы. Спички. Я не знаю, зачем спички, но давайте возьмем. Может пригодятся. Так. Че? Я слышу скребеж? Нет, я не слышу скребеж. Да хватит махать битой, боже. О, кэндл. Я, наверное, не буду брать еще один рюкзак, хотя нет, я возьму еще один рюкзак. Скулбэк. Так, все, теперь у меня есть уже два. Я не буду, наверное, брать никаких пакетов, я лучше все буду таскать, собственно, школьных. Хватит! О, ну и таких вот тоже может, в принципе. Дюфельбэк. Теперь понерфили, как видите, контейнер, да, то есть в рюкзаке вмещается 8, а не 40, как это было до этого. Ладно, я вроде весь дом облутал. Я хочу закрыть дверь, и эту дверь. Тут есть дверь? Да, тут есть дверь. На, вот так. И здесь что? Здесь ничего. Просто туалет. Так, окей, давайте. Хватит махать биты, я не понимаю, чего тебе? Я же нажимаю на Y. Почему? Я не знаю, почему он махает. Он не должен махать биты, когда я нажимаю на Y. Y — это инвентарь. Видите, я уже устал, потому что он махал битой все это время. То есть вы пытаетесь открыть контейнер, тут фига, как вы махаете биты со всей дури. Нет, мне то не хочется. Ла-л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 а. Дом. Я не хочу ломать окно, потому что, может, открыта дверь? Нет, дверь не открыта. Так, то уберем. Мне кажется, ли там половина шкафа как-то? Сирена? Да! Окей, да.
Сразу такая печальная музыка, типа «Стать я». Ладно. Недавно мне написали в комментах, типа, ты чё, совсем дурак, что ли? Во время зомби-апокалипсиса просто некоторые, типа, уехали и закрыли дома там, да? А нафига, вот если зомби-апокалипсис, нахрена они закрыли дома? А если логика в том, что тупо некоторые уехали до зомби-апокалипсиса, то какого хрена это сделали 80% вообще жителей? Нафига они позакрывали дома, установили сигнализацию? Если зомби-апокалипсис, типа... Ой-ой-ой-ой. Просто я устал. Лол. Прости меня, зомби, я не хотел. Я устал. Черт, какой слабый. Пишет. Паника. Опять паника, блин. У меня в этой игре, по-моему, не паникующих персонажей не бывают. На самом деле, даже сами разработчики, когда делали пробный тест мультиплеера, ну, вы поняли, да? Resident Evil. Они тоже тупо все 16 минут бегали от зомбов. Потому что они настроить просто, ну, я не знаю, не хотят, может, не дано им. Но тупо настроить спавн зомби так, чтобы как-нибудь зомби спавнились поменьше, чтобы... Сирена? Да, сирена. Чтобы зомби бегали как-нибудь послабее, что ли, или их поменьше было, я не знаю, то это вообще жесть. Потому что, может, дверь открыта? Нет. На что я рассчитываю, когда я пытаюсь открыть дверь? Он, блин, устал окно открывать. Ок. Ну бери, ну бери, 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 давай, 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 давай. Да. Сирена? Сирена? Нет. Тут нет сирены. О, они уже сюда идут. Что за пипец, я не понимаю. Чё они сделали в этой новой? Почему? У меня персонаж задыхается после 5 метров бега, после 2 взмахов дубинкой, после открытия окна. Что за фигня? Наверное, потом сделают, чтобы он уставал, типа, этот бургер такой большой, я устал его жевать, все, я не могу бежать, потому что у меня челюсти устали. Может, открыто? Давай, будь мужиком, будь сильным. Ты юзер, давай! Ну, давай. Эх. О, лол. Четко. Так, что у нас тут есть? Еще одни спички. Чипсики. Надеюсь, что мне показалось, и никакого стука в дверь не было. Да, был стук. Точно был. Чё-то не страшно, пойдемте отсюда. Да, тут закрыт. А там еще одна дверь. Закрыто, все закрыто. Лол, я могу попить? Лол, попил. Так. Ну, я не знаю, я пока не буду, наверное, брать семена или типа того, что. Да, они про... А, что, чего? Что ты испугал? Ой, ёб... чё здесь? Все это время там зомби... Ладно, все нормально. Ради бога. Вот сейчас уставать нельзя. Вот нельзя сейчас уставать. Вообще без оглядки беги и все. Вот этот дом мне нравится, у которого... А, блядь, не дом. Ну, ладно. Да, естественно, закрыто. Не знаю, есть ли смысл пытаться открыть тут окно. А сейчас смысл? Че это? Это же супермаркет. Такая эпичная музыка, типа... Это что? О, большой дом. С пианином. Да, с пианином. Вот смотрите, смотрите, я... Придурок, идиот! Твою мать. Зачем? Ну зачем? Ладно, я наверное, тупо кнопки перепутал.
кем не бывает. О, классный дом. Дверь закрыта. Там зомби стоит. Давай, открывай окно. Давай. Давай. Ты сможешь. Ей. Сирена? Нет сирены. Классно. А. Так, дверь открыли, закрыли. Так. Мне просто постоянно слышится, что кто-то скребется, понимаете? Так, тут у нас что? Интеракт. Блин. Сейчас самое веселье. Как мне перенести... Ладно, давайте попробуем. А, наверное. Может, реально попробовать экипировать? Воу. Что ты делаешь? Идиот. Он придурок. Он выкинул все. Все очень плохо. Это щит. Так, ладно, это пока, к сожалению, единственный вариант, который я знаю, как мне перекладывать вещи. Поэтому придется пока так. Это щит. Так, теперь это все нужно закрыть. Отлично. Еще есть окна? Может, в этой маленькой комнате есть окно? Нет. Так, что-то... Подождите, мне страшно. Давайте возьмем лучше бейсбольную биту, потому что мне кажется, что во втором этаже нас ожидают гости. Гости! Эй! Надеюсь, что там никого не будет. Это щит. Клоус. Долбоё! Зачем я все занавешивал тут? Хотя, знаете что? Это же второй этаж. Ничего страшного. Блин, что за тупость? Зачем ты его сломал? Зачем? Надо спрашивать, а еще? Вы уверены, что хотите сломать окно? Не знаю. Так, ладно. Все, ничего не было, все в порядке. Какой тупой, блин, нахрена я это сделал? Так, что есть на полках? 20 журналов. Воу-воу. Ладно, раз мы живем в этом доме, то нам не особо нужно сейчас все лутать тут прям. Помада, ладно. Нам помада не нужна. Чё, крафт щит роуп? Нет, спасибо. А вообще, знаете что? Это в черт подери вариант. Да. Давайте попробуем. Сделаем тут такой проход, короче, по веревочке. Так. Правда, я не очень знаю, как это располагать. Но вот у меня есть щит-роуп, например, и... Че тупой? Зачем? Я хотел... А, боже мой. Это просто пипец. Интеракт. Open curtains. Интеракт. Open window. Интеракт. Ладно, интеракт. Да, конечно. Ладно, не работает. Окей, у меня боль. Ладно, наверное, на этом мы закончим. Вот, типа, мы дом сделали, разбили там окно, вся фигня. Не очень хорошее начало, но что поделать. Нет. Все, до свидания. С вами был Суслик. Подписывайтесь на канал. Ставлю... Ну, фиг знает. Блин, я тебе даже не знаю, что делать на самом деле. А, вот. Все, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте. И всем пока.